Перед себя поставим сферу радиусом 5 метров. Внутри ее сферу макрокосмоса. Подготовим себя числовым рядом, который поднимает ваше сознание в уровень центральной точки координаты. Ставим свой образ в уровень абсолютной свободы, в уровень центра, где все задачи уже решены. И вы себе представляете конусообразную поверхность, прозрачная, и как бы конус висит в воздухе. И ставим числовой ряд 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. Числовой ряд прочитать 4 раза, чтобы усилить вашу концентрацию. Технология. Ощущение от сущности сферы макроспасения. Приготовим алгоритм. Попросим помощи у духовных структур. Поставьте перед собой на расстояние 30-40 см сферу макроспасения. Сфера серебристо-белая, диаметром 20 см. Назначили, что эта сфера как пылесос вытягивает в себе то, что вами не является. Даю команду своему духу. Все, что мной не является, выходит в эту сферу, вылетает, исчезает в ней и преобразуется в норму. Порча, сглазки, заговоры, проклятие в сферу. Магические действия и ритуалы, которые были проведены со мной в сферу. Все негативные качества, которые проявлены уже как энергетические сущности. Зависть, ненависть, агрессия в сферу. Все страхи, проблемы, обиды в сферу, паразиты и их производные всех уровней, уровней плотного и тонкого уровня в сферу, болезнетворные вирусы и микробы в сферу, яды, шлаки и токсины в сферу, нефункциональные клетки, мутирование клетки в сферу, негативные мысли, от которых тяжело в душе в сферу, причины негативных мыслей, сущность, которая диктует нам вам эти мысли, она уже как подключение к сознанию, сферу. Болезни нами не является, сферу. Диагнозы, которые поставили врачи, это тоже сущностная структура, сферу. Генетические искажения, сферу. Все подключение, сферу. Обязательно добавляя слово на всех мерностях. Во всех временах, пластах и пространствах, во всех временных пластах и пространствах, что мной не является, я вывожу в сферу на преобразование. Это проговаривается для того, что, во-первых, генетические искажения надо вывести из всех наших воплощений, а во-вторых, сущность могут притягиваться в другое пространство и другое время, а мы работаем настоящим, здесь и сейчас. Много места освободилось в нас. Проговариваем. На меня идет поток золотисто-серебристого света вечности, бесконечность, бессмертие, сверху вниз диаметром 3 метра. Заполняется все мое тело. Все освободившиеся части моего тела, все освободившиеся структуры и элементы тела светом вечности, бесконечности. И этот свет носит свои личные задачи, вечность, вечная молодость.